Готовлю пирог пастель де санорио. Мука 200 грамм, сахар 200 грамм, яйца 5 штук, морковь 500 грамм. Морковь мелко измельчить любым способом. Я потер на мелкой терке. Вот что получилось. Для приготовления теста пирога разбиваю в миску яйца. И добавляю сахар. Взбиваю миксером на полной скорости 5-7 минут. Засыпаю муку и все перемешиваю. Добавляю морковь и все хорошо перемешиваю. Готовую смесь выливаю в форму. Форма разъемная, 26 сантиметров. Духовка слабо пекущая. Форму с тестом я ставлю в нее на 1 час при температуре 180 градусов. Готовность проверяю зубочисткой. Пока готовится пирог, делаю глазурь. Сахар 100 грамм, какао-порошок 2 чайные ложки с небольшой горкой, масло 75 грамм, перец красный 0,3 чайные ложки, вода 2 столовые ложки. Непрерывно помешивая на среднем огне, довожу до кипения. После закипания убавляю огонь до минимума и варю 4 минуты при регулярном помешивании. Основа пирога готова. Даю ей остыть. Заливаю глазурью. Сверху выкладываю очищенные семечки тыквы. Семечек тыквы 3 столовые ложки. Пирог. Пастель де санорио готов. О целебных свойствах этого пирога прочитайте, пожалуйста, в описании видео под экраном просмотра.